И всем привет, ребят, с вами Атумка, и добро пожаловать на новую мини-игру. Со мной сегодня Рейн. Всем привет, дорогие друзья. И со мной сегодня также Фишка. Здрасте. И, в общем, да, ребята, да, добро пожаловать еще раз. Вы можете, наверное, заметить то, что мы сейчас находимся на каком-то скайблоке. У каждого из нас островок такой из лаки-блоков. Кто из вас знает, что это за лаки-блоки, а? Я знаю. Это, я не знаю, впервые их вижу. Ну, по картинке вообще непонятно, да? Вообще не скажешь, что это... Ну, это какие-то начес. Кстати, поначалу я тоже думал, что это начес. Они должны были так и называться. Но это Doritos Lucky Blocky, ребята. Сегодня мы будем ими, скажем так, воевать против друг друга. Короче, у нас будет такое противостояние. Но не только. Мы еще будем выживать. У нас же здесь еще и дерево есть. Да, я вообще планирую сегодня дом построить. Планирую переехать жить в Лондон. Улечу куда-нибудь подальше от вас. Вы тут дальше деретесь. В общем-то, давайте, ребята, я объясню по фастику правила. В чем они заключаются? Значит, смотрите, на счет 3, когда мы начнем считать, начнется игра, мы начинаем ломать эти лаки-блоки и сразу же пвп-хаться. Например, вот мне попадется какая-то крутая базука, да, я возьму там фишку, выстрелю, и он улетит там на миллиард блоков назад и умрет. Вот, кстати. Спасибо, очень приятно. Да не за что, не за что. Просто... Ну и при этом надо напомнить, что после смерти от игрока, как бы игрок, которого убили, он не возрождается. Да, то есть, смотрите, ребят, если, допустим, я сам случайно упаду, ну да, например, фишка захочет упасть вниз, ну, захочет посмотреть, что там внизу находится, он упадет, умрет, да. То, как бы, он зареспавнится. Он зареспавнится и сможет дальше играть. А вот если его кто-то убьет, то тогда все, он уже, в принципе, проиграл. Будет у нас несколько раундов, и что, вы готовы? Да, я готов. Главное, ребят, лайки поставьте обязательно, поддержите нас лайками, комментариями, и, в общем-то, это и все. Ну и подпишитесь на наши все каналы по ссылочкам в комментариях, в описании. Все, начинаем. Да, давайте. Один, поехали. Погнали. Бум. Я знаете, что сделаю? Я сначала добуду дерево. А, кстати, я думаю, в скором времени так поступлю. Знаете почему? Потому что мало ли что будет. Поэтому я лучше добуду блоки и сложу их в сундук. Слушай, мне выпал самый обычный алмазный меч, но он на 33 урона почему-то. А он случаем небольшой у тебя? Да, Big Diamond Sword. О, ничего себе. Банга же. О, офигеть. Неплохой мечуган. Ой, у меня меч упал. И у меня, кстати, много золотых этих. Ребят, если вам эта рубрика понравится, обязательно поставьте лайк, потому что только от вас зависит, будет ли она выходить у меня свиньи. Я гигант, пошел. Хавчик халявный. О, броня, нормально. У меня какая-то броня. У меня песики появились. Песики, правда, много... Не, у меня только летучие мыши, ведьма. Доритес бак-блоки. Ой. Я... Где я? Я в какой-то конструкции. Что? У меня здесь курятина какой-то, что? Я дом построил как-то. Я тоже дом построил, у меня тут стак Mountain Dew. Слушай, у меня куча начос чиз доритесов. Окей, странная тема. Так, давайте отсюда выберусь потихонечку. Я вот здесь спаунпоинт поставлю, мало ли что произойдет. Да, кстати, вы же все спаунпоинты поставили, да? На всякий случай, а то мало ли что. Мало ли что, да. Так, еще блок мне выпал. Поэтому я его добуду. Ай, смотрите, кстати, золотой, этой, как его, киркой не добывается. Офигеть, блоки. у меня блоков просто я много, короче. Мне вообще какую-нибудь базуку, чтобы фишку пострелять, блин. Ой, ты как ты умер? О, все, у меня есть пушка. Пушка у тебя есть? Какая пушка? Все, я закроюсь тут, пожалуй. Рейн, извини. Ой, блин, я сам упал случайно. Ой, у меня появился кролик. Окей. Я сам себя убиваю. Ой, у меня что-то зомби появился какой-то странный. Ну ладно, парни, вы этот, если захотите ко мне прийти в гости, то я вас встречу тут. В принципе, хорошо встречу. О, у меня лук есть! Но нет, у меня, наверное... Блин, у меня стрел нет, у меня есть... Да, стрелы не выпадают. Да, вот это реально фигня. То есть есть лук, но нет стрел. Зачем тогда лук, если нет стрел? Осторожно, чувак! О, красава. А что вы там делаете? Так, у меня... Лучше выйди из этих... У меня выпал Дорита Чесплей, слушайте. Окей, у меня тут падает алмазный блок. У меня выпали розовые алмазы, вы вообще в курсе, что такие... Розовые алмазы? Да, правда, у них нет текстуры. Я хочу скрафтить себе, верстак, и посмотреть, что это за алмазы такие. Не знаю, я просто падаю в свою же сам лаву, сам же себя убиваю. У меня пока что нет никакого нормального оружия для дальнего боя. У меня тут только алмазные блоки. О, Тумка, здорово, давно не виделись. Да не заходи в свой дом! Отстань, мне и тут норм. Ничего себе, у тебя там домик, хата сидит, выживает, смотри, дом себе там строит. Нормально тебе живется, да, Фишич? Да, у меня много домов, и у меня здесь еще и обсидиановый. Много домов, ничего себе. Все, что нужно для счастья. Слушайте, я постараюсь, знаете, что я сейчас делаю? Хопа, блин, не успел блок поставить. Ой, ловушка. Ладно, я сейчас, короче,
спущусь куда-то пониже, чтобы вы меня не могли достать. У меня появился домик из слайм-блоков. А у нас теперь у всех, у каждого теперь есть свой дом. Ну ничего, у меня, думаю, самый нормальный домик. Сейчас такой, хоба, сюда прыгаю и поднимаюсь теперь наверх. Парни, не трогайте, пожалуйста, я нормально. Не надо, фишка, перестань, фишка. Ай, вы промазываетесь, блин. Фишка, отстань. Отстань, фишич. Все, окей, я живой. Все, я живой. Все, я могу лаки-блоки добывать, наконец-то. Ё-моё, сколько тут вещей. У меня столько этих книжечек зачарованных. Мне бы сейчас... О, у меня какая-то голова попалась. Какая вот, какого-то кролика. Не знаю, что за голова такая. Так, дальше. У меня выпал Blue Banana Sword на бесконечное количество урона. Чего? Я понял. Чего? Все, минус. Надо его дальней дистанции валить. Все. Я понял, что подходить к тебе, Рейна, не сильно хочу. У меня Дорита Хелмет какой-то. Короче, тут все на самом деле вещи нормальные, но я не знаю, какая из них лучше, правда, но ничего страшного. Они все, думаю, хорошие. Хоп, что-то испарилось. У меня, короче, пока что все достаточно спокойно. О! У меня есть что? Кое-что крутое. Не, третий домик, ура! Капец ты, эмоциональный, меня убил мой же зомби. Не круто, на самом деле, когда тебя убивает в Майнкрафте твой же зомби? У меня пропал сундук, у меня больше нет сундука и блоков. А, ну да ладно, он в принципе-то и не сильно так уж и нужен. Так, хоп. А там у меня была вода, я мог разлить и сломать вот эти лаки-блоки. Ладненько. Чуваки, это так клево иметь кучу домов, реально. Куча домов. Ребята, если вам интересно, каково это иметь кучу домов, обращайтесь к Фишке, он вам расскажет. Так, вот, я вот это надену. Так, ну у меня толком-то ничего нету, я могу вам сказать. У меня есть, правда, меч, конечно, очень хороший, но это все, что у меня есть. Я очень немножко... Нет, Фишка, пожалуйста, не стреляй. Да. Фишка, не стоит этого делать. Все, окей, я живой. Это хорошо. А, у меня же водичка с собой есть. У меня же с собой водичка есть. Водичка моя. Все, если что, я этот. Если что, она меня спасет. Все, нормально. Ладно, я думаю, что можно что-то из этого сделать. Фишка, что ты творишь? Оставь свои дротики. Я хочу проверить, как это... Да он не ломается. Да оставь ты свои дротики эти. Все, Фишка, перестань. Фишка, не играй в такие игры. Ой, а что у меня вода не разливается? Тумка, давай, хочу тебе скинуть. Тумка, приветик. У меня есть меч на бесконечное количество урона. Какой меч, блин? Что ты от меня хочешь? я убить кого-нибудь хочу. Давай, иди сюда. Я его скинул. Да, убил меня. Фишка, все, я умер. Фишка, ты победил. Так, все, Фишка убил тебя? Да, убил меня, конечно, убил меня. О, каждый день меня убивает. Нет. Каждый день меня убивает Фишка. Он где-то в воде, он вверх поднимается. Рейн, ты что-то готовишь? Да, у меня есть 40 полублоков, поэтому... И что это значит? Да где же ты? Как ты там? О! Да я сам себя убил. Короче, я кильну просто сам себя, с вашего позволения. Потому что, в принципе... Я же тебя продамажил, ты чего? Не продамажил ты меня. А как ты упал вниз? Я даже штука это... Докажи, что продамажил. Чувак, все, видимо, тебе прилетит бан за незаконный... Да мне только что Дорита Боб убил, ты чё? Ненормальный какой-то сумасшедший у меня Дорита Боб. Рейн, чё ты там делаешь? А я построил тебе проход. А, не надо, спасибо. Конечно, спасибо, ты очень любезно с твоей стороны, но все-таки это было не обязательно делать. Блин, я застрял тут с огромной кучей лаки-блоков. Что мне с ними делать? Тут падает какая-то гора. О, ботинки, это, кстати, хорошо. Привет! Я знал то, что ты будешь стрелять. А через слайм-блоки я могу тебя видеть, поэтому да. Как бы я понимаю, когда ты хочешь выстрелить. А? Как тебе такое? Жестко. У меня какой-то джем. Что за джем? Блин, я только что какой-то джем выбросил. Я, наверное, вас и мог им убить. Возможно. Блин, я застрял тут в своей же какой-то конструкции. Как мне отсюда выбраться? Окей. Все, я выбираюсь, надеюсь. Хоп. Рейн, ты там где? Так, ну чё, я сейчас буду рисковать. Рейн, может, не надо? Я сейчас буду рисковать. Фишка, ты мне будешь мешать его убить? Ты будешь мешать мне его убить? Чувак, конечно, ты мешаешь на бесконечный урон, разумеется. Чувак, подумай логично. Рейн, может, не стоит? Стой, привет. В смысле привет? Давай без приветов. Так, окей, хорошо. Не надо ко мне лезть. Он не дамажится, что? Как где это? Все лаки-блоки, почему? О, я продамажил тебя. У тебя есть возможность? Рейн, давай. Что? Я в тебя верю. Так. Вот это мне не очень нравится, то, что один человек обе стреляет. ХП маловато. Не, у меня как бы много ХП, ты мне ничего не сносишь. Если что, ты мне ничего не сносишь. Так, сейчас я добуду еще себе немного блоков. Ну вы жесткие, конечно, вот реально, вы все... А я вообще про блоки забыл. Вы вообще, конечно, какие-то... смотрите, Тумка ко мне идет. Слишком жесткие.
Кто кого ударит первый? Давай! Давай, давай! Есть, я убил! Ай! Ура! В смысле? Ты меня убил с двух ударов, а я с бесконечного меча не смог тебя убить. Это было очень, да. Офигеть, я на самом деле, знаешь, я такой иду, я знаю, что я умру, но все равно иду. Да-да-да, надо было на тебя нападать. Ну, я в этом случае, да, проиграл. Но факт в том, что ты не получишь мой меч. Блин, а что, кстати, да. А, вещи же не выпадают здесь. Вещи-то не выпадают, поэтому тебе придется как-то думать, как-то решать. А, подожди, это, это лаки-блоки или что это? Это не лаки-блоки, это просто блоки. А где лаки-блоки? У тебя они вообще остались или ты все сломал? Все лаки-блоки сломаны здесь. Не, у меня еще есть, кстати, лаки-блоки, я сейчас их буду ломать. Так, я пойду схожу к фишке, так, смотрите. У меня зато кролик здесь есть, как бы. Опа. Так, у фишки осталось еще верстак. Примерно 15 лаки-блоков у него. Фишка осталось. Откуда? У него еще под домом оставались. Не поликандор, пожалуйста. Ну, у него, кстати, дом довольно-таки модный, знаете? Модный дом, как мне, блин, модный у меня... Модный дом в стиле, наверное, это какой-то песочный стиль. У меня нет кирки, понимаешь, я ничего не могу без кирки сделать. А у меня была кирка. У меня была кирка. Да ну, блин. Че ты ее с собой утащил? Я ее утащил с собой вниз. Кстати, реально, ни одного лаки-блока не оставил, да ё-моё, ну чё да, за... Да, один, один есть, кстати, ору просто, тумка. Реально? Да. Где? А, да, да один. Есть, точно есть один лаки-блок, только он под этими Дорито текстурами, которые да, ты да, можешь да, сломать да, да. Сейчас с руки. Сейчас разберемся. Хопа, сломал последний лаки-блок. Ай, коса, она тебе все равно не помогла бы. Эх, мне кирка сейчас бы не помешала. Ну, получается, тебе придется каким-то образом строиться, и фишки тоже придется строить, потому что... А мне проблема-то не вызывает. А он не хочет пвпгаться так-то. Я не против. Ты можешь сломать слайм-блоки мои, если что. Тут они ломаются с одного удара, и у тебя будут блоки. Да тихо, ты что, хочешь, чтобы он выиграл, что ли? Он тебя убил. Сейчас, что-нибудь. Я не хочу, чтобы стрелок побеждал. Я не хочу, чтобы... чтобы было все в равной битве. Я не хочу, чтобы первый раунд длился 55 минут. Это точно, это точно. Да, фишка? Нет, тебе показалось. Ой, я чуть не упал только что, я чуть сам себя не убил. Стоп, 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 стоп. Рейн, я знаю, что делать. Рейн, нет, я только что ведро с водой выбросил. Ты только что выкинул. Я хотел ведро взять. А, подожди, у меня вода даже исчезла. Все, ладно, это бы не получилось в любом случае. А ты же можешь добыть у себя эти, как его, смотри. У тебя же тут есть на острове. Да у меня есть алмазные блоки всякие, но у меня кирки нет. Давай, у тебя сколько блоков еще осталось? Да нет у меня блоков. Чё, у тебя даже не спрашивайте, у меня вообще их нету. Действительно, у меня вообще нет блоков. Вот он тебя, ты почти дошел, ты почти дошел. Эх, я был близок. Но, получается, фишка выигрывает. Ладно, красава, красава, я был близок, фишка победил. Да, получается, мы переходим к следующему раунду. Погнали тогда ко второму раунду. Погнали, чуваки. Ну и что же, это второй раунд. Мы продолжаем играть в наш Lucky Sky Block. И правила вы уже знаете, получается, можно не медлить и уже начать. Да, не знаю, зачем нам сундук, хотя он пустой, но это чисто, чтобы выглядело больше. А я положил туда воду, как он. А, у меня ничего нет. Ну, пускай будет похоже просто на Sky Block. Ну все, в принципе, я готов. Такой. Получается, 3, 2, 1, и мы начинаем. Погнали, ночная битва у нас. Стартуем. Ночная битва. О, у меня железная броня. Железная броня, железный меч. В этот раз я не позволю. Чуваки, у меня псы! Ое! В этот раз я не позволю никому выиграть на этом скайпе. Мне ресурсы на голову падают, офигеть! Даже не думайте. О, неплохие вещи, кстати, уже. Да, у меня выпали всякие там железо, алмазы, изумруды. У меня выпал нагрудник. О, вау, меч. Мне выпала лава, мне выпала лава, мне выпала вода и также выпало молоко. Что? Окей, ладненько. Так, я сейчас хочу скрафтить себе какую-нибудь броню из алмаза. О, я скрафчу себе кирку алмазную. Хоба! Отлично, кирка алмазная, это то, что чего мне постоянно не хватает, потому что тут вообще кирок нет, тут вообще кирки не выпадают. Оп. Так, мне выпал еще один нагрудник. Так, секунду. Мне очень не нравится, когда из лаки-блоков ничего не упадает. Я думаю, что сейчас ко мне на голову что-то свалится. Да, и бывает такая тема. Мне выпал лук, который без стрел просто бесполезен. Ой, мне выпала музычка, давайте послушаем. Мне всякие криперы выпадают. Не, все, пока что достаточно. Вы слышите музыку? Не, я не слышу. Ой, сколько у меня блоков. Не, я музыку не слышу. Опа, мне выпал лазуритный блок. А мне выпала маска, Cloud Helmet.
Прекрасно. Слушай, тут какие-то яблоки Gen Apple, они лучше, чем обычно, что ли? А, меня скинул слайм. Я не знаю. Мне выпал Big Iron Sword. Ебой, посмотри, какой у меня меч. А сколько, на... сколько у него урона? У него 23 урона, как, в принципе, у обычных мечей. Так же, как и у моего меча. Окей, понял. Буду знать, если что, буду знать. Не, ну пока что у меня 53 урона наносит мой меч, так что пока что у меня самый сильный меч. Мне выпал киллер Банни, он меня чуть не убил. О, у меня тоже меч на банана сорт на 53 урона, кстати. Чуваки, все, у меня все просто очень жесткая штука. Сейчас я вам покажу. Что за штука? Вы будете в шоке. Зырьте. Давай. Да. Вау, так это... О, большой тортик. Так это же тортик, офигеть. Офигеть. Вот уже котик кушает этот тортик, как вы видите. Ребят, видели ли вы когда-нибудь в жизни тортики? Напишите в комментариях. Я вообще никогда не видел. Я тоже никогда не видел, но у меня столько тут поршней всяких понавыпадало. Ё-моё, ненужная фигня. Просто... Опа, мне выпало оружие. Я могу стрелять теперь. Не надо. О, это уже... Не надо! Нет! Да, я убил Думку. Блин, жесть. Наконец-то я хоть кого-то убил. Отомстил за предыдущую игру. Это тебе, да, за предыдущую игру, за то, что ты меня убил. Ладно, я в невидимке за вами спекать буду. Так, я построю из блоков здесь вот эту штуку, для того, чтобы всякие фишки меня не убивали. Почему у тебя над сундуком пирамида? Это Дорито кейк, это такой тортик Дорито. Это тортик из чипсов. Нормальненько, у тебя тут все обустроено, Фишич. Ей, еще один домик, ура! Кстати, слышь, Фишич, у тебя под этим вот твоим, под этой постройкой... А, нет, все, теперь уже ничего нет. Кстати, тут выпали резики, я случайно их подобрал, забирай их. А у меня выпала какая-то Dark Stick, какая-то палка выпала, я не знаю. Темная палка? Да, темная палка, очень странно. Темный властелин. Да. Окей, фишка в своем репертуаре. Ой, мне выпал Dorito Dagger. О, железный меч, кстати, покажи железный меч. Вот он, Он, кстати, вот выглядит какой. Офигенно, реально. Так, сундук выпал. И в нем выпало много даритовых и блоков. И еще вот такая броня, смотрите. Серьезно, сейчас... сколько у тебя этих... Это очень жестко, чувак. Смотрите, опа, медали. Офигеть, медали. Вот теперь я броня точно... такая? Вот теперь я точно черный властелин с черной палкой, посмотрите. Скинь его, он же строится, ты можешь взять его, скинуть его. Да, погоди. Не, блин, эта броня вообще офигенная. Да, эта броня офигенная. Фишка, так, я постреляю. У меня доритовая бронечка. Доритовая? Я вижу, везде тут доритосы лежат. Любишь доритос, вижу, да? Да, вкусненькая, каждый день хаваю. Так, у меня же лаки-блоки есть, смотрите. Просто лаки-блоки. У меня есть также пинг-джем какой-то. У тебя, кстати, да, у тебя еще полуострова лаки-блоков, ломай их давай. Опа. Так, доритосы мне выпали какие-то. Так, у меня выпал лук. Слушай, а тут луки, на самом деле, они бесполезны, потому что тут даже стрелы не выпадают. Да, тут стрел нету. Давали бы стрелы, было бы очень интересно. Эх, бедный мой островок, ведь выглядит таким нормальным. Возможно, тут можно было бы выбить что-то крутое. Да, это точно так. Я все-таки оставлю эти блоки, у меня и так на острове их полно. Фишка, у тебя на дереве куча ресурсов, ты это видел? Да. Они мне повсюду. Так, я выкину ненужные, допустим, луки, которые абсолютно бесполезны. К сожалению. Если мне, конечно, сейчас выпадут стрелы где-нибудь, то это будет очень обидно. Но шанс очень огромный. Ну, о, смотрите, тут... у меня есть. Теперь у меня есть такой большой меч. Он больше подходит. Возьми его. Возьми еще раз в руки. Жесть! Нормальный, да, такой меч? Это железный уже, я тот выкинул. Нормальный такой меч. Я уже боюсь твоих этих штук, которые гуляют. Да. Не надо. У Фишки весь дом взорвался. Ой, видимо, тебе Lucky Block дал сюрпризы. Ну все, неприятные сюрпризы. Очень неприятные, но я добываю блок. Надеюсь на то, что у тебя нет тем, чем пострелять. Так, давайте я пока что в него постреляю. У него только какие-то зеленые блоки, что это такое? Что это такое? Так, в этой игре я обязан выигрывать, просто обязан. Давай, Рейн, отомсти ему. За прошлую игру, как он нас затащил, за отомсти ему. Да, за все надо отомстить. За то, что он в прошлой игре. Ку-ку, привет, как дела, как жизнь? С лука можно пострелять? Че вы делаете? Мне кто-то открыл сундук, видимо, это был ты, да? А, это я был, сорян. Я думал, ты что, он телепортировался с Эндер Перлом? Ой, привет! Не, если ты меня спросил, я вскрыл. Ты что, читер? Уйди, читер, отсюда. Короче, чувствую, я долго, у вас будет достаточно ПВП. Нет, будет недолго.
Так, а почему меня... Кто-то умирает. Да, понятно. У него ничего нету. Минус базовые фишки, короче. Да-да-да-да-да. Я поставлю сюда спавнпоинт, чуваки, разумеется. Ну, у него теперь хотя бы один локи-лог остался. Мне выпал домик. Да, смотрите, тут много Mountain Dew. А я люблю Mountain Dew. Так, ладно, у меня много блоков. Рейн, думаю, так ты можешь много... скинуть. Нет, его, он на одном блоке тупо торчит. Ты мог скинуть его же. А я пойду к нему. Фишка, привет! Фишка, у тебя такая база огромная. У тебя очень классная база. Не, ребят, давайте сравним базы. Смотрите, моя база, база Рейна и база Фишки. О, Фишка, почему у тебя выглядывает за блоки? У тебя эта штука в руках выглядывает прямо за блоки. А, у него есть, он специально говорил, чтобы я не знал, что у него не выпала она. Это да, вот это хитро. Чувак, у меня лук есть, пожалуйста, на стрелу. Так, ладненько, мы немного падаем сюда вниз. А, у меня же еще лаки-блоки есть, ну что? У меня же есть лаки-блоки, я пойду-ка по-быстрому возьму сейчас воду. Так, погодите. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, она белая, я просто ничего не вижу внутри нее. Она очень мутная. Вы не понимаете, почему она такая мутная? Я просто не могу, я не могу. Она очень мутная. Осторожно, спрут падает. Спруты на голову падают. Спруты падают на голову. Она очень мутная, я ничего не вижу. Да что это такое? О, почти два блока еще и он бы упал, офигеть. Ой-ой-ой. Да нет, если я сейчас упаду и меня не убьет Фишка, то по сути я, получается. Да, я упал. Я же тебя скинул, да? Ну, Майнкрафт по-другому, извините. Майнкрафт. Ты же так же Тумку убил. Майнкрафт не знал про существование таких штучек. Тумку я убил. Я реально скинул, ну блин, блин, это не считается, но я же тебе. Подожди, а как я умер? Подожди, как я умер? Да, 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 если как. Ты так же умер, ты так же умер. Если Тумка так же умер, то. Не, ну вообще да, вообще я так же умер, да. Ну, получается то, что... Получается, Фишка второй раз подряд выиграл, да ё-моё, Фишка! Я просто не знал, что у него есть эта палка. Он не говорил, он специально не говорил, чтобы что у него ничего нету. Короче, ребята, если вы хотите продолжение этой новой рубрики, чтобы мы отомстили Фишке, то обязательно ставьте лайки под всеми нашими роликами. На наши все каналы, если что, ссылочки есть в описании. В общем-то, заходите, подписывайтесь, ставьте нам обязательно лайки и пишите комментарии. Ну, а с вами был я, Тумка, Фишка и Рейн. Да, да, да. Да, чуваки, всем до свидули! Пока-пока!